И наш насос, не знаю, что с ним случилось, но вода вот, с холодной водой, которая идет, она шла, она и сейчас затопленная вот этими фекалиями. И насос затопленный. Это вот в любой момент, ведь всякое же может случиться. Может вот эта фекалия попасть в водопроводную воду. А они вывели кран на улицу вот с этого же водопровода. И мы надеемся, что мы пьем хорошую воду, а там все может быть.